Thank you.
Thank you.
Спасибо.
Все ко мне, а потом в реестр все пополнено.
来自你的约定，那问题呢根本就在你Thank you.
Конечно, мы уже как-то знакомы. Вот это же видео, там все
Thank you.
Thank you.
прочитать протокол нашего совещания, который велся в течение всего рабочего дня. Так, на повестке дня стоял, значит, первое проведение голосования, выдача избирательных бюллетеней избирателей. То есть Рашид НТВ, который сделал замечание царь Баталова по поводу разговора по телефону во время выдачи бюллетеней, в результате образовалась очередь, что вызвало возмущение избирателей, чем был нарушен ход избирательного процесса. Замечание председателя Саида Баталова не отреагировало. Продолжала беседовать по телефону. Члены УИК должны как бы сейчас принять по этому решению. Какие будут предложения? Предупреждение? Предупреждение. Я думаю, кто будет предупреждение хватит. Кто против этого предложения? Кто за? Члены комиссии решают. Единогласно? Соответственно. Вторым вопросом на повестке дня стоял, значит, может телефон не писать. Проведение голосования, нарушение в процессе выдачи избирательных бюллетеней. Либо мы его перезвоним, пускай стоит номер телефона. Телефон оставляем сейчас.
не участвовать в работе комиссии, как член комиссии совещательный, совещательный и т.д. Просто ходить, смотреть за ходом событий. На телефоне все это записано. Вот. Какое время вы мне сделали замечание,
и почему тогда сразу вы не подошли ко мне и не сказали, что вы мне делали замечание и не запокалили это все? Почему меня не ознакомили с моим замечанием? Все остальные члены комиссии тоже кому-то звонили, кто-то кому-то звонил. Мне звонили со штаба. Я личными разговорами сегодня совершенно не занималась. Вы прекрасно понимаете, я пришла сюда 15.08, как я села сюда, я не поднимаю головы. Все присутствующие скажут, что больше всего народу было у меня. Я не могла выйти, да, я сказала, извините, у меня пока нет документов, я сделаю себе перерыв. Вот это были мои слова, да, я от них не отказываюсь. Но не надо передергивать факты, пожалуйста. Что я административно устала и сказала, что я работать не буду и все такое прочее. Нет, документов у меня ни одного единственного документа не было. Потом, у меня оставались президентские. Дело в том, что было очень много народу, у меня не было возможности пересчитать эти бюллетени. Получилось так, что в результате у меня не хватило бюллетеней, эти президентские остались, а мэрских у меня не хватило. Спасибо, вот сидел товарищ по левой руке от меня, я попросила у него взаймы. Было дело так? Я вас просила, да, я говорю, чтобы люди не стояли, дайте мне, пожалуйста, пока наш председатель где-то там гуляет на улице, меня извините, постоянно курил, ходил. А народу здесь ума было, понимаете, да, это был ажиотаж, но это было не по моей вине, Дмитрий Владимирович, это было по вашей вине, потому что вы так председатель, не обеспечили нас документами. Я тогда сказала, вы видите, у меня много народу, дайте мне 100 бюллетеней, почему бы не дать по 50? А вы мне что на это ответили? Что это сугубо отчетный материал. А что я бы сделала? Я получила 100. Я бы за эти 100 вам ответила бы. Сегодня получила 300. Вот я за все эти 300 ответила. Я понимаю всю ответственность, возложенную на меня. Понимаете? Даже не от партии, а не от чего. Я просто сама по себе человек очень честный. Понимаете, не хочу там, конечно, апеллировать такие свои качества. Но все, многие, кто на вторых лежит, все знают меня с такого и вот по такого. Все знают, что никогда я свою совесть никому не продавала, никогда подлости никому не делала. И открыто всем могу в глаза сказать это и перед камерой, и за камерой. И все, кто вот сегодня голосовал про меня, это против меня. Пусть это будет все на их совести. Я не хочу никого очернять, но просто они под ваше председательское, как говорится, решение. Вот и все. А с какого решения? Просто люди боятся сказать. У меня все. Я в поле не согласна. И вообще хочу сказать, вы должны запротоколировать это и меня ознакомить сразу. Чтобы мне сделать такие замечания, какие-то замечания. А теперь вы понимаете, конечно, что я в результате, когда уже голосование прошло, что сейчас я могу не подписать вам. Я один единственный человек, который могу противостоять всей вашей команде. Я не подпишу документы, если они будут фальсифицированы. Вы прекрасно об этом знаете, у нас и дали сами уже разговор был. Вы прекрасно об этом знаете, Дмитрий Владимирович. Поэтому вы таким образом решили меня ударить. А я не сдамся. И все равно я буду говорить все, что я не виноват. Вот с Олегом Васильевичем телефон, да, здоровья. Не отрицаю, разговариваю. Можно я отвечу? Да, пожалуйста. Спасибо, что вы пришли здесь. Замечание в том, что как бы вы отказались работать, ко мне подошел член комиссии с решающим голосом ЛТТЛ ДПМ и сказал, что она сказала, что я сейчас брошу все и уйду. После этого вы, ну не сразу, мы сидим в комиссии, работаем, а человек ко мне подходит и говорит, а я не знаю, где находится Зубря Зинуровна. Я говорю, как? Она встала и ушла там с родным. Вы не слышите, что говорится? Я сказала, что... То есть я с ним расстал, бегали. Звонили, мы не предупредили никого, просто встали, взяли телефон и вышли отсюда. Вы еще приглашали минут 20. Как вы могли бросить полотенце? Сегодня здесь не было. Вы вышли, на ваше место никто не сел. Здесь был толпотоварен. Вы просто вышли с телефона, не ушли. Никому. Я не обманываю, зачем? Я был предан. Я видел... Вот человек понимает, что он работает с бланками строгой отчетности. И вы понимаете, но вы без предупреждения ни секретаря не поставили мне здесь, ни зампредседателя, ни меня в конце концов, ни рядом сидящих с вами людей, которые работают с такими же бланками строгой отчетности и со списками, просто встали молча, плюшли, бросив это дело. Бланк строгой отчетности. И это было периодически. Сколько раз я вставал? Вы можете подтвердить, что это было? Я говорю, а Дмитрий Владимирович, а где у нас Зубря Зинуровна? Не знаю. Этих спрашивают. Да. Вот Казаковцев убил такой? Такой был. Пожалуйста. Никто не знает. Драка стала, ушла. Казаков. А потом, как у вас еще? Наверное, уже пятый раз, когда сидите. А где у нас?
Заходцев когда не было. Я уже сижу полчаса и уеду. Я побежал по зданию искать. Казаковцева мы сами приезжали на это место и просили поработать, потому что уже стало... Я не просила. Нет, до этого. Вначале такого не было, когда... Теперь второй, значит, ответ на ваш вопрос. Когда вы говорите, что у вас кончились бюллетени, то есть в течение рабочего дня ни одного члена из комиссии с решающим голосом, который работал здесь, не было такой проблемы, чтобы у него раз и кончились бюллетени. Избиратели, вы сами видели, сюда полный зал и хвост туда еще метров на 15 уходил. Ни у кого такое не произошло. Потому что они предварительно давали заявку за 5-10 минут. И мы уже готовились с зампредседателем выдавать. Готовили реестр ведомости выдачи и все остальное. Человек не подходили, стали ждать, грубо говоря. Как человек освободился от избирателя, он сразу расписывался за получение, ему выдавали бюллетени. Вот вам ответ на второй вопрос. Я вас понял. Что вы? Кто нашли? Я не понимаю, что вы звонили на избирательный участок. У нас там большой на избирательный комиссию. Это сторож одна. Тут ответили, что сторож одна. Сторож одна? Да. Сторож одна. Папушка, скажите. Надо просто немножко ответственно работать, как-то относиться к работе, когда работаешь с баланками строгой отчетности. Я как председатель несу уголовную ответственность за это. И поэтому меня начинает трясти, когда я не знаю, где находится член, который, с решающим голосом, который работает со списками, с бюллетенями, просто исчезает в неизвестном направлении. Стул пустой, никто ничего не знает. Мне, например, страшно становится, потому что я буду отвечать за это в первую очередь. Вот я ответил на все ваши вопросы поставленные. Я вам тоже сказала, что вы просто задались... Я вас выслушал, не переживал, вы заметили, да? Всеми возможными и невозможными способами. Вот я не хочу ругаться. Я тоже не хочу с вами ругаться. Решение комиссии существует в избирательной комиссии. Все бюллетени в каком смысле? Неиспользованные бюллетени. Неиспользованные при выдаче, которые изначально были, или неиспользованные членами избирательной комиссии? Члены избирательной комиссии, это все неиспользованные. Это то, что мы все сдали. Это сдал каждый представитель. Вы, наверное, наблюдались, да? При вас пресс-секретарь принимал, сдавал. Мы могли обратить внимание, куда все это сдается и контролировать. Кроме ваших двух глаз, есть еще четыре. Две камеры, которые это все фиксируют. И, поверьте мне, качество там очень хорошее. Я знаю, я...
Можете тоже выйти и проконтролировать, кто куда ходит. Все могут сходить в туалет, курить в здании запрещено, в избежание пожара. На улице сотруднику комитета, она просто такая, контролирует за того, кто лежит отчет организации, чтобы было все хорошо. Пока люди отвлекаются, с одним лицом, чтобы было видно, со всех сторон стало. Thank you.
именно на меня отписали. И все рассказали в конце, когда уже окончились выборы. Одно нарушение. Нет, они меня не удаляют, они говорят, ну вы можете остаться, но они меня не допускают меня к подсчету голосов. Одно нарушение было, когда мне Олег Васильевич звонил. Я ответила, второе, когда у меня не было бюллетеней, и все это записано на камере. Не было, ну, да, председателя не было в зале, в этом зале, наоборот, где помещение. Председателя не было, ключи были у него, я не могла отпустить избирателей. Но здесь все перевернули по-другому, что я... Сейчас ножку забыла. Сейчас большая. Сойдут. Моменты есть сейчас таковы. Ну, вот это пока еще не начали, но региональные уже как бы меня отстраняют. Значит, я должна... Ну, где-то так, часов до двух, наверное.